также в Луганске сидишь? Ну. Что, к вам обе как не закидывали? Закидывали. 170 человек. 500-ков привозили? Да. Да пиздец, их привезли, нахуй. Пацаны, которые контрактники были, они на передовках опали, они вместо них служат. Воевать не хотим, служить типа будем. Да понятно, никто воевать не хочет. Жопу никто не хочет подставить своим. У нас по бумажкам в министерстве вообще контрабасы здесь стоят, нахуй, где мы стоим. А на самом деле тут мобики стоят, ебать. Все пи***сы, блядь, поменять не могут, ебать, полтора месяца уже у нас, нахуй. Ну, хоть немного голова отдохнула от этих бум-бум-бум-бум, ебать, вирус. Так у вас отпуск-то будет открывать, нет? Да, блядь, обязаны в отпуск, но у нас, видишь, комбат пи***с. Не отпускали. Сидит черт вместе с родным, блядь, в тылу. Там нас не пускают, там военники же забрали нас. Не отдают через. У нас с 35 человек 11 осталось. Я тебе говорю, на гражданке буду узнавать, артиллерия, по***у у нас. Пидор, на артиллерии. Да ни хуя не по нам, отрабатывают, ебаный рот, наши же, сука. И танчики, ебаные, тоже по нам, хуячат, гандоны. Учатся, нас тут пристрелили. Да я ебал таких учителей, нахуй. У нас же пацан 200-й от наших же и уехал.